Государственный секретарь США Энтони Блинкен через правительство Катара попросил Иран отказаться от принятия ответных действий после убийства в Тегеране главы политбюро палестинского радикального движения «Хамас» Исмаила Хании. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на свой источник. По информации телеканала, Блинкен во время разговора с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль-Тани попросил последнего передать иранской стороне и ливанскому шиитскому движению «Хизбулла» послание отказаться от мести. Шейх Катара согласился выполнить просьбу госсекретаря США. Напомним, представители Ирана и союзнические Ирану силы в регионе встретились для обсуждения ответной стратегии против Израиля после убийства Исмаила Хании. Председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Ибрагим Азизи между тем заявил, что Тегеран жестко ответит Израилю.